Всем привет, дорогие зрители моего канала, я рад вас приветствовать. Сегодня у нас 12 сентября, вторник, решил выйти в доставку, как всегда, немного подзаработать денежек. Вот, что из этого получится, мы узнаем в течение ролика. Вот, планирую сегодня поработать в Яндекс доставке, но также не забывать, что есть такие агрегаторы, как Достависта и Драйвер. Если найдем там хорошие заказы, возьмем. По Яндексу поставим по делам. В принципе, такую схему я уже пробовал. Получилось довольно-таки неплохо, поэтому я думаю, мы будем этому придерживаться. Поэтому я, как всегда, желаю вам приятного просмотра. Мы начинаем, поехали. Приходит первый заказ, принимаем. Кэфы, кстати, стали какие-то очень интересные. Вообще очень интересные. Так, куда он нам предлагает поехать? А, ну понятно, направо сейчас поедем. 29-й подъезд, офигеть. Уходим с линии, едем за заказом. Брал первую посылку, просто зарядка для телефона. По заказу 10 километров 40 минут. Цена скромная, 500 рублей. Ну и кэф был, соответственно, 150. Зато доберемся в центр. Там, смотрите, что происходит. Перекрытие дорог. Блин, оно вроде должно было быть до 12:30, а до сих пор перекрыто. Есть еще такой отличный заказ, как мне кажется, замороженная продукция. Коротыш на 350 рублей. Вот не знаю, с Яндексом совмещать, не совмещать. Вообще он коротенький очень. Не знаю, или ехать по Яндексу уже непонятно. Ладно, поедем пока по этому заказу, там будет видно. Почему еще не взял заказ по Достависте, который там коротенький на 350 рублей? Потому что сейчас время час пик такое в доставке, час дня. Вот, а час пик, по моим предположениям, это где-то с 12 до 3. Вот, и поэтому надо в это время максимально рубить в Яндексе, сколько это возможно. Ну, чем больше заказов, тем лучше, понятно, хороших. Вот, а так в Достависте, наверное... Взял бы, если прям по пути что-то было. Но это не по пути. Это немного назад бы меня откинуло. Я бы потерял время. Вот. А этого делать нельзя. Поэтому у меня вот такие взгляды на эти вещи. Поэтому вот я его не взял. Хочу побыстрее расквитаться с этой доставкой. Ну, зарядку отдадим. И уже надо что-то ловить очень хорошее. Поторопился сегодня с выходом на линию, конечно. Надо было, как всегда, протянуть до Новочеркасска и ближе к Эфам. И там бы поймать пожирнее заказ. Но, ладно, бывает это. Первый блин кома можно назвать спокойно. Там еще в центре, блин, перекрытие, непонятно. То ли какие-то забеги, то ли какие-то марши, что-то какая-то фигня там происходит сегодня. Но я надеюсь, что она должна уже закруглиться к этому времени, уже час дня. С самого утра какая-то фигня. Смотрю, в 10 часов пробки 5 баллов по всему городу, офигеть просто. В общем, ладно, сейчас отдадим, дальше в центре будем искать что-то годное. Летим. Мы в самом центре и закрываем наш первый заказ. 500 рублей. Так, все пропустим. Не готов я никого оценивать. Ой, он без комиссии, что ли, был? Или мне кажется? Да, смотрите, без комиссии, офигеть. Я думаю, почему такая цена? Бонус какой-то 1 рубль. Непонятно. Ну, в общем, неплохо, что он без комиссии. Всего 5 рублей сборы. И то это сборы парка. Ладно, ожидаем следующий заказик. Ребята, у меня есть для вас отличное предложение по поводу заработка в Яндекс.Еде. Я так понял, что немногие хотят за 1000 рублей выходить в Яндекс.Еду, поэтому иду ва-банк. У меня есть партнерская программа, по которой, если вы регистрируетесь как новичок в Яндекс.Еде, либо не работали 2 месяца, есть партнерская программа, там платят неплохие деньги, и я готов делиться с вами 50 на 50. Вот, список выплаты городов я прикреплю где-то вот здесь, вы можете увидеть. Вот, вы регистрируетесь, едете в офис, выходите на линию, выполняете всего 5 заказов, это займет у вас 2-3 часа максимум. И получаете лично от меня вот такой бонус. Ну, то есть, который вы видели на экране, нужно делить пополам. И вот, поэтому, если интересно, ссылка в описании, залетаете, регистрируетесь и кайфуете. Новый заказ принимаем.
На Ленинский, правда. Ну ничего страшного. Опять без дверей экспресс. Так, что нам, сколько подаваться? Почему-то маршрут не построил. Три километра, 12 минут. Поехали. Забрал второй заказ наш. По нему ехать полчаса, 12 километров. Везем вот такую небольшую коробочку. Поехали. Ну что, ребят, закрыл, в общем, второй заказ. Получилось 707 и снова без комиссии. Не понимаю, что происходит. Короче, Яндекс комиссию не снимает. Но, в принципе, меня все устраивает. Два заказа очень похожие оказались. Получается, за первый 500, за второй 700, оба без комиссии. В принципе, нормально, что пойдет. КЭФ более-менее на Ленинском горит, поэтому будем ждать, может, кто-то придет. Сейчас пока посмотрю сторонние сервисы, достависту, драйвер. Может, там чего выцеплю. Вот, пока вроде неплохо идем. Так, ребят, получил следующий заказ с кэфом 210, уже его забрал. Сейчас посмотрим, сколько нам ехать. 24 минуты, 17 километров, за Новогорелого едем. Везем пакет с вещами, поехали. Заказ принял в Новогорелого, потому что не хочу просто так стоять без дела. На самом деле, вот 25 минут можно просто стоять на месте, а можно, по сути, сделать нормальный заказ за 500 рублей. И это нам время дороже, чем это самое, чем километраж, грубо говоря. Поэтому едем. Там до Ленинского вернуться вообще 10 минут буквально с Новогорелого, и все. И дальше можно нормально ловить заказы. Поэтому едем. Дал заказ. Заказ получился максимально неудачный. По причине того, что пропуск выписываешь, плюс на КАДе был перекрыт съезд, пришлось объезжать километров 10 я холостого хода, так сказать. Что-то все заказы без комиссии у меня сегодня, я не понимаю. Вот смотрите, видите? То есть, что я мог прямо вот так проехать, мне пришлось вот такой круг сделать. Офигеть просто. Жесть, конечно. Напишу в поддержку, но не знаю, вряд ли там что-то поменяется. В общем, почти уже вернулся в город, и Яша мне прислал вот такой заказ корпоративный. Не стал брать, там КЭФ 343 вроде был. Короче, решил пропустить. Там подача еще такая мощная была. 6 километров. Ну его в баню. КЭФ вроде тут горит, вон 500 показывает. Надеюсь, какой-нибудь частника попробуем поймать. Это, думаю, будет интереснее. Что интересно посмотреть, что напишет нам поддержка по поводу того, что я на 10 км подольше ехал. Сейчас посмотрим. О, смотрите, что предлагает. Не-не-не. Это мы брать не будем. Какие 140, какие-то области, там что-то непонятно. В принципе, ничего нового для меня, никаких компенсаций, ничего, короче. Неважно, сколько ты едешь, насколько дольше, им по барабану. Главное, чтобы ты довез заказ. Что-то сейчас затишье какое-то поймал, короче. Может быть, надо было брать на Ваську корпорат. Ну, стоил бы рублей 500-600, наверное. Минут за 40-50, наверное, добрались. Но ехать далековато, конечно. И плюс то, что корпорат вообще что-то отвернуло от него. КЭФ, короче, то разгорается, то потухает. Что-то непонятно. В общем, после этого корпората пока минут 10-15 стою, ничего нет. В общем, ребята из чата также говорят, что на логистике сегодня очень грустно. Там, получается, у некоторых вообще с самого утра 1500 кассы, там по 5 заказов, это что-то вообще ни о чем. У меня, оказывается, по сравнению с ними еще более-менее сегодня нормально. Вот, единственное, что долгие ожидания, конечно, заказов, но ничего страшного. Если честно, то и в других агрегаторах, достависта, драйвер, что-то сегодня как-то так себе. Не лежит у меня душа к ним, проще катать Яшу, там, как бы, если придет заказ, то нормально, там, свои 5 сотен за полчаса ты получишь. В принципе, неплохо, думаю. Ладно, ждем дальше заказик, в общем. Сейчас как раз случай по типу того, который я рассказывал перед заказом в Новогорелого. То есть можно полчаса просто стоять, как я сейчас стою, а можно просто съездить, выполнить заказ и заработать денег. Поэтому вот сейчас не взял на Ваську и как будто немного жалею, не знаю. То есть КЭФ вообще 450-500 горит, а заказов просто нету. Не понимаю, с чем это связано.
Еще, думаю, минут 5 постою, если нет, то попробую подвигаться, может быть, поможет. Но обычно это фигня. Я сегодня перемещался несколько раз, потом останавливался, и тогда приходили заказы. Не знаю, в общем, ждем еще. Наконец-то заказ, хоть и далекий, но я возьму. Я уже устал просто сидеть, на самом деле. Просто без заказов уже минут 40, наверное. Проще уже заказ такой сделать и не париться вообще. Поедем, в общем, заберем. Принесли мне какую-то игру, в общем. Так, что у нас по заказу? Сейчас посмотрим. По маршруту. На самом деле заказ как будто в сторону дома. Там от Мяглова мне недалеко. 40 минут 35 километров. Видите, Кудрово там рядом находится. Можно будет потом домой, если что, рвануть. Ну, в принципе, нормально. Поехали. Перевезли вот сюда посылочку. Так, закрываем. По цене у нас получается 1200 почти. Похоже, это было без комиссии. Да, вообще круто, да? По времени даже можно посмотреть. Вон, за 40 минут доехали. Вообще огонь. Как показывал, так и приехали. Друзья, если вы в поиске надежного парка для работы, то рекомендую Эксперт Парк. Сам лично работаю через этот парк. Ребята очень серьезно подходят к своему делу и постоянно стремятся улучшить свой сервис. Они подключают не только доставку, но и водителей такси. У них есть возможность покупки смен при нулевом балансе, 4 вида моменталок, миссия всего 50 рублей в сутки, круглосуточная техподдержка. Поэтому ссылки я оставлю в описании, если тебе интересно, подключайся и работай с правильным и надежным парком. Также у них сейчас есть акции по поводу термокоробов. Черный термокороб для Москвы и Московской области будет стоить 1600 рублей, доставка бесплатна. Если Санкт-Петербург, 1200. Любой другой город России, 1000 рублей, бесплатная доставка от Эксперт Парка. Поэтому, если тебе актуально, пиши им и получишь новенький клевый термокороб. Всем удачи и хороших доставок. Ну что, друзья, думаю, на такой хорошей ноте можно, в принципе, и подводить итоги. По времени у нас без 15:05, вышли мы где-то в половину, без 20 поймал первый заказ. Час, 4 часа на линии, пробег у меня на данный момент 120, домой 15 километров. То есть где-то 135 получится в сумме. Вот, по кассе 2900, на бензин где-то рублей 700, наверное, можно вычесть, я думаю. То есть 2200 там остается за вычетом бензина. В принципе, неплохо за 4 часа, я считаю, очень отлично сегодня покатались. Вот. Поэтому делитесь своими результатами, смотрите актуальные промокоды и ссылки в описании. Всем пока, увидимся в новых роликах, всем счастливо!